Их наша часов. Прага принадлежала тоже украинским физлицам. Ну, в общем, то, что сейчас прозвучало, это закрытие телеканала «Наш». И это означает, что мы переходим к бессрочным протестам. Это означает, что мы будем пока в интернете, но с понедельника, значит, мы переходим к бессрочным акциям протеста. И всех просим вас поддержать. О том, как это будет и где, мы вам сообщим дополнительно. Мне тяжело говорить сейчас, я вам скажу откровенно, мне тяжело говорить, потому что...